Серия пенальти «Зенит» против «Спартака». Андрей Мостовой у нас разгоняется. Удар. 1-0. «Зенит» открывает счет. Александр Соболев у нас разгоняется. Удар. Михаил Киржаков у нас отбивает головой. Вендал у нас разгоняется. Удар. 2-0. «Зенит» забивает. Бьет у нас Квинси Промес. Удар. Ну, конечно, забьет. Как же без забитого пенальти Квинси Промеса? Клаудини у нас бьет. 3-1. «Зенит» у нас забивает. Роман Зобнин. Роман Зобнин не забивает пенальти, и «Зенит» выигрывает серию пенальти со счетом 3-1. Если вам понравилось это видео, тогда поставьте лайк, подпишитесь на мой канал «Совка Инфо». Всем удачи, всем пока-пока.